Всем привет! Меня зовут Таня, вы находитесь на канале «Атмосфера счастья». Я вас всех очень рада видеть у себя в гостях и приветствовать. И сегодня будет мега интересный ролик, это я вам точно обещаю, потому что, во-первых, это будет обзор покупок Fix Price, очень много новинок, классных, полезных новинок. Я снова решила сделать видео в формате сравнения цен. Предыдущий ролик получил большое количество положительных откликов, поэтому я сегодня тоже вас удивлю некоторыми сравнениями цен. И также еще под этим роликом будет проходить супер-пупер конкурс на ваши покупки на сумму 3000 рублей. И обязательно смотрите этот ролик очень-очень внимательно, потому что через пару минут я уже расскажу вам о нем. А пока давайте я начну с покупок. И сразу, пожалуй, я начну с самого актуального. Наверное, самая актуальная покупка на сегодняшний день – это елка, потому что скоро Новый год. Я купила искусственную ель 90 сантиметров, изготовлена в Китае, состав ПВХ, сталь, полипропилен. Такие елки были в магазине Fix Price и раньше. Здесь два цвета. Это более светло-зеленый цвет и темный. Цвет мне очень нравится, такой классный, насыщенный. И я знаю, что эта елка не очень пушистая. Я нашла примерно такую же елку, примерно такого же качества, если не тот же производитель, на сайте Озон. Самую дешевую, она сейчас по скидке идет 90 сантиметров, 500 рублей. Я вам скриншоты вставлю. Почему-то я более чем уверена, что на Озоне была точно такая же елка. На мой взгляд, издалека она даже выглядит как настоящая елка. Мне даже нравится то, что она не очень пышная, потому что в природе такие вот прям сильно пышные маленькие елочки не встречаются. И мне очень нравятся и веточки, немножко, конечно, сыпятся вот эти иголки, но выглядит замечательно. За 199 рублей, мне кажется, лучше елку не найти, нужно еще ее распушить. Очень рекомендую где-то даже в офисе на работу поставить, прямо супер классное решение. 200 рублей, как я говорила, дешевле я просто даже в интернете не нашла. И сразу же эта елка идет на подставке, на ножках. Здесь три вот такие подставки, которые собираются в одну, соответственно. Вот. Я очень довольна своей покупкой. Скоро, кстати, будет ролик, как мы украшаем квартиру, как мы украшаем елку. Следующая новинка, которая меня очень сильно заинтересовала, это вот такая разделочная доска, как она мне понравилась. Цена данного товара 77 рублей, изготовлена она в Китае, состав бамбук. И у меня подобная бамбуковая разделочная доска из Фикса есть, и служит она уже больше года, и ничего с ней не случилось. Она прям такая гладкая, не шершавая, она плотная, довольно такие хорошего качества, на мой взгляд. Приятная на ощупь, приятный у него аромат, аромат именно дерева, натуральный. Размеры этой доски 25 на 10 сантиметров, толщина тоже хорошая, наверное, даже 1 сантиметр. Очень рекомендую, я, например, купила специально нарезать сыр, возможно, лимончик, именно вот такую маленькую разделочную доску небольшого размера, чтобы огромные свои доски не вытаскивать. Мне кажется, что это вообще замечательно. Тот же самый лимон разрезать, можно даже подавать на стол, очень-очень красиво. И подобная еще разделочная доска была удлиненная. По-моему, вот такая же она была узкая, но вот такая, наверное, в 2 раза длиннее. Тоже смотрелась классно, но она мне прям ни к чему. Мне кажется, на ней именно нужно подавать блюда и красиво украшать новогодний, возможно, стол, какой-то праздничный стол. Ну и следующие, на мой взгляд, просто прекрасные, отличные новинки появились вот такие в Fix Price. Это сладкий календарь. Я думаю, что многие уже знают, что такое адвент-календарь, когда ты весь декабрь просыпаешься рано утром, бежишь открывать каждое окошко и доставать оттуда шоколадку, конфетку. У нас эта традиция каждый год, мы с Сонечкой в прошлом году открывали каждое окошко, конечно, Сашулька у нас еще сладкое не ела, но в этом году, может быть, мы ей тоже разрешим. Я купила 2 набора, 99 рублей, стоимость каждого набора, здесь 55 грамм. Но согласитесь, вот в этих календарях дело даже не в самом шоколаде, и не важно, что его там небольшой кусочек, дело именно в том, что, во-первых, это красиво очень украшено, а во-вторых, вот это ожидание утром после кашки достать очередную конфету, в том числе, вот как я говорила, да, здесь приятные есть бонусы, раскраски, такие яркие, красивые наборы, и точно такие же наборы, я вам обязательно вставлю скриншот, я нашла самую низкую стоимость в интернете, по-моему, 150 где-то рублей, если даже не дороже, вот, так что 99 рублей от этого же производителя, точно такого же оформления, стоит гораздо дороже, а в Фиксе стоит 99 рублей, поэтому рекомендую покупать именно там, потому что однозначно
конечно, выходит гораздо выгоднее. Также для того, чтобы украсить квартиру и подкладывать подарки, я купила вот такие рождественские носочки. Они очень большого размера и они хорошего качества. Предыдущий носок, который я покупала года 2 или 3 назад в магазине Fix Price, у нас до сих пор жив, но хочется, чтобы эти рождественские носки были у каждого члена семьи. Вот эти новые я купила девочкам. Давайте посмотрим. Здесь размер идет 40 сантиметров. Изготовлено в Китае, состав 100% полиэстер, но изготовлено они очень аккуратно. Ткань довольно-таки плотная, такая вот теплая прямо ткань. И действительно даже какие-то игрушки, сладости, какие-то маленькие сюрпризики поместятся. И мне очень понравилось качество именно вышивки различных вот этих аппликаций. Выглядит прямо классно. Стоимость каждого носочка 149 рублей. Следующее, то, что я вам покажу, это бумага для оформления подарков. Одна бумага самоклеющаяся 45 на 100 сантиметров, вот такая вот серебристого цвета, стоит 77 рублей. Это тоже очень-очень низкая цена в специализированных магазинах. Вы такую бумагу за 77 рублей точно не найдете. Вот это уже бумага серебристого цвета и, по-моему, красная тоже, такая фольгированная, блестящая, на новогоднюю такую тематику, рождественскую и зимнюю. Стоит вот это каждая бумага по 50 рублей. И, по-моему, еще 27 рублей стоит вот такая бумага. Тоже выглядит классно. Я сейчас раскрою и вам покажу, как я буду оформлять подарки. И подарки я заказывала на сайте «Любимый Василек». И сейчас как раз-таки я вам расскажу про конкурс и расскажу, что я заказала на сайте «Любимый Василек» в качестве подарка. Покажу, как я это буду все оформлять, какое будет все у меня красиво. И про конкурс. Я им сама написала, как я вам и обещала, в сообществе YouTube я писала, что я обязательно найду спонсора, либо я сама деньги разыграю. Также и в Instagram в прямом эфире, когда я подводила результаты предыдущего конкурса, тоже говорила, что я попробую написать Васильку, и они поддержали, спасибо большое, мою идею. И они предоставят сертификат победителю данного конкурса на 3000 рублей. Чтобы вы понимали, на сайте «Любимый Василек» очень-очень все стоит бюджетно. На 3000 рублей там пол магазина можно скупить. Я в Васильке выбрала постельное белье, все я выбрала на подарок. Вот такое вот классное белье, очень хорошего качества. Я из этой линейки сатин много всего заказывала. Вот это белье называется комплект «Ловец снов». Отличное у них качество, но что касается вообще просто безотказного варианта, это, конечно же, линейка «Lime Time». Смотрите, какое классное оформление книжкой. Очень-очень-очень люблю я вот эту линейку «Lime Time», и это тоже сатин. И постельное у меня самое любимое именно из интернет-магазина «Любимый Василек». Данный набор называется «Мелодия тишины». Это семейный набор. Качество наипрекраснейшее. И еще я буду дарить вот такой набор. Но у меня на самом деле каждый год я стараюсь дарить именно практичные, нужные вещи, качественные, хорошие. То, чем мои родные и близкие будут с удовольствием пользоваться. И я подарю вот такой набор. Линейка «Луговые травы», подушка и одеяло вот такое универсальное. Ну и еще я в свои новогодние подарки решила вкладывать в каждый набор вот такие наборы новогодних полотенец, очень красивых, стильных, хлопковых. Я их тоже в Васильке заказывала. Мне кажется, будут замечательные подарки у меня. Если вы хотите всю эту красоту заказать самостоятельно, я вам ссылку обязательно оставлю на интернет-магазин «Любимый Василек». А если вы хотите это заказать себе в подарок и выиграть в моем конкурсе, обязательно участвуйте. Условия будут супер-пупер простые. Лайк, подписка, комментарий. А в комментарии, пожалуйста, напишите, на что вы потратите данный сертификат. Посмотрите, что вам больше всего понравится на этом сайте, потому что ассортимент у них постоянно обновляется. Сейчас у них классные шмотки появились, толстовки различные, женская одежда. Поэтому, пожалуйста, оставляйте комментарии, участвуйте и удачи вам! И еще я подумала, что вот такие объемные подарки, какие будут у меня, я буду их оборачивать вот такой красивой бумагой подарочной, и можно сверху еще перетянуть нитью новогодней декоративной, 3-метровую вот такую нить купила я. Какая же красивая нить, посмотрите, с золотистыми бусинами деревянными и золотистого цвета елочками, очень красивое оформление. Стоимость этих ниток 99 рублей, ассортимент новогодних товаров у нас пополняется, но как-то больше меня ничего не зацепило в этот раз. Следующая новинка, которая у нас появилась, я была просто настолько приятно удивлена. Зубные щетки, которые я просто обожаю, от Colgate.
Набор стоит 99 рублей. Черные щетинки с древесным углем не травмируют десны. Это самые деликатные, самые классные, самые приятные вообще зубные щетки. Я их обычно покупаю по скидке, типа за 150 рублей, набор за 2 штуки. Иногда одну щетку только покупаю за 100 рублей. Щетина мягкая, очень-очень тоненькие ворсинки. И само вот это покрытие, розовое и голубое, вот эти цвета, покрытие soft touch, такие вот прямо прорезиненные, не скользящие, удобно лежат в руке. Очень рекомендую, если у вас тоже чувствительные десны, если вы не можете найти ту самую зубную щетку с мягким ворсом, с мягкими щетинками, вот попробуйте Colgate. Есть Colgate шелковые нити, замечательные зубные щетки. И вот эти зубные щетки я сейчас потрогала, они тоже очень-очень деликатные. Опять-таки для сравнения, на Озоне я подобные наборы вставлю вам цены, и вы приятно удивитесь такой низкой стоимости, 99 рублей за 2 щетки. Следующие новинки, которые я вам покажу, я их уже попробовала, от Немолоко. Я купила соевое Немолоко, 77 рублей литр стоит, и Немолоко миндальное, 149 рублей. На самом деле ниже стоимости я в интернете не нашла. И соевое Немолоко, самое дешевое, наверное, стоит рублей 90. Миндальное, оно само по себе стоит дорого. В том числе и в интернет-магазинах, и 149 рублей. Это тоже не 3 копейки, так скажем, для фикса. Вот. Но вот такие замечательные новинки. Если у вас непереносимость лактозы, если вы не можете пить коровье молоко, если вы всегда ищете альтернативу и покупаете дороже, загляните в Fix Price. Там есть еще и рисовое Немолоко. И вся вот эта продукция от Немолоко, она в Fix Price выходит всегда выгоднее, чем везде. Если для вас это важный момент, то соевое Немолоко содержит помимо соевой муки, соевого белка, рапсовое масло. Я знаю, просто некоторые не очень хорошо относятся к рапсовому маслу. Мне соевое Немолоко понравилось. Я не скажу, что я сейчас перейду на соевое Немолоко, но так вот на разок нормально. Миндальное Немолоко по составу уже лучше. Здесь вода, миндаль, сахар, витаминно-минеральный комплекс, витамин D2, В2, кальций и стабилизатор, и соль. Вот такой у него состав. Здесь уже нет никаких растительных дополнительных масел, типа рапсовое масло и так далее. Состав нормальный, вкус мог бы быть лучше. Я точно больше не буду совершать данную покупку, не буду повторять. Вот. Закончим, выпьем, приготовлю каши, возможно, может быть, кофе буду по утрам пить. Еще появилось кокосовое молоко. Посмотрите, как много новинок вообще в Fix Price завозят. И вот это молоко я вообще нигде не нашла в интернете, по-моему. Здесь 400 мл, стоимость 99 рублей. Это молоко сразу идет с закрывашкой, то есть с открывашкой. Изготовлено во Вьетнаме. И состав у него, кстати, был, ну, вот такой себе. Состав меня очень удивил. Посмотрите, воду два раза написали. Видимо, это какая-то разная вода. В общем, состав не самый лучший. Я сегодня, наверное, открою, попробую на вкус и подпишу вам, вкусно или невкусно. Хотя бы, надеюсь, это будет вкусно и будет похоже на настоящее кокосовое молоко, потому что кокосовое молоко я обожаю. Если вы все это уже пробовали, напишите ваши отзывы, потому что будет полезно почитать моим зрителям. M&M's купила я повторно. Стоит 77 рублей за 130 грамм, стоимость адекватная, стоимость даже низкая, я вам скажу, с арахисом. В принципе, ниже, наверное, стоимости не найти за вот такой объем. Очень вкусный, я уже покупала в прошлый раз, поэтому я повторила покупку, хотя мне в комментариях кто-то писал, что отличается по вкусу якобы от того M&M's, который в ленте. Да нет, тот же самый M&M's, и текстура такая же, и хрустит точно так же. С арахисом вообще обожаю M&M's, хотя увлекаться, конечно, не стоит сладостями такими. Конфеты, которые у меня посыпались, это новинка. Конфеты грильяжные Гризл ассорти с подсолнечником, с кунжутом, с арахисом. И вы знаете, если рассматривать даже состав этих конфет, это даже скорее не конфеты, это карамель. Карамель с арахисом, карамель с семечками, карамель с кунжутными семенами. Если как карамель рассматривать, вообще, мне кажется, просто супер. Я их грызла, попробовала, они действительно вкусные. Ну вот послушайте, состав: сахар, песок, патока, семена подсолнечника, арахис дробленый, кунжутное семя, заменитель молочного жира, ароматизатор ванильно-сливочный, краситель пищевой натуральный, сахарный колер. Все,
здесь 300 грамм стоит 50 рублей. И, конечно же, они очень-очень маленькие. Я подумала, что опять-таки для всяких различных новогодних боксов украшать даже подарки, просто взять вот так горсточку и бросить в новогодний подарочный бокс будет очень-очень классно. Даже косметику вот так вот сверху немножко припорошить конфетками будет, мне кажется, классно. Следующее, то, что я вам буду очень-очень рекомендовать, это конфеты «Коровка». Ну, называются они «Сливочный каприз», но это то же самое, что «Коровка». Написано «Натуральный продукт», «Молоко». Цельное сгущенное молоко с сахаром, изготовлено по ГОСТу, здесь 200 грамм. Если посмотреть состав, реально, здесь сахар, песок, молоко сгущенное с сахаром, патока крахмальная, сливки и ароматизаторы. Все, представляете, вот такой вот действительно хороший очень состав. 200 грамм, стоит 27 рублей. Мне очень понравилось оформление, как старые добрые времена, бумажный такой фантик, приятно. И конфеты очень вкусные, очень нежные, очень-очень свежие были, поэтому если любите, рекомендую. У меня, например, муж очень любит конфеты «Коровка». Также я покупаю постоянно в магазине Fix Price вот такое традиционное хозяйственное мыло, 200 грамм, стоимость 16 рублей, если я не ошибаюсь. Я очень люблю. И можно руки мыть, и посуду, кстати говоря, я знаю, что многие моют. Я ванну, например, мою, прежде чем купать девчонок, детишек. Вот, очень нравится конкретно вот это мыло. Покупаю, наверное, раз уже в 20-й. Следующее, то, что я вам покажу, просто красотища. Посмотрите, какая крутая, мягкая игрушка появилась в линейке Play the Game, и это мягкая игрушка «Животный мир». Этих животных там огромное количество, действительно есть из чего выбрать. Я взяла то ли это рыбка, то ли я не знаю что, дочка говорит, что это динозаврик зеленого цвета. Мне кажется, что можно использовать даже на диван, классно будет смотреться, как маленькая подушка декоративная. В общем, такая она мягкая, мне очень понравился наполнитель, мне очень понравилась расцветка, такое сочетание нежно-зеленый с молочным цветом, и само качество игрушки просто отличное. Очень рекомендую, стоимость 199 рублей. Конечно, изготовлено в Китае, но вот эти игрушки даже стирать можно. Следующее, то, что я вам покажу, это просто, я вообще была в шоке, если честно, когда пришла домой, зашла в детский мир, зашла в Озон, посмотрела стоимость точно таких же наборов, в таком же оформлении, такого же качества. 149 рублей, я купила два набора из линейки Disney. Это магнитная игра «Холодное сердце 2». Вот такого вот я купила, такого дизайна. И также еще я купила магнитная игра «Принцесса Дисней». Этих принцесс было там тоже, по-моему, 3 или 4 вида. Были еще тролли, точно, различные мультики. Это новинка. Я очень рекомендую вам эти наборы. Если вы когда-либо задумывались купить их, купить именно в фикс прайс. Потому что эти же наборы с 50% скидкой сейчас на Озоне или с 30% стоят 500 рублей или 400 рублей. Я действительно была очень сильно удивлена. Вот сама Анна. Она очень, кстати говоря, качественная. Посмотрите, крепкий вот такой картон. Конечно же, Анна магнитная. Можно сразу же на магнитную доску повесить, либо на холодильник. И далее вы просто берете следующую деталь и одеваете, и прическу добавляете, и Анна уже в зеленом платье с косичками. Замечательный набор. 149 рублей, мне кажется, это красная цена. За 400 рублей я бы не стала рекомендовать. Здесь и сумка есть, и пояс, и какие-то еще другие аксессуары. Суперский набор, и он действительно очень качественный. И второй набор я, наверное, даже раскрывать не буду, просто вот таким образом покажу. Это Золушка, была еще, если я не ошибаюсь, Жасмин принцесса, Белль и Тролли, как я говорила. Точно такой же был у меня шок, когда я увидела стоимость вот этого набора в детском мире. Подбери пару, малышарики. Точно такой же набор, в таком же оформлении. Малышарики. Умные наборы, развиваем мышление. 30 пазл элементов и книжка. Точно такой же набор в детском мире стоит то ли в 3, то ли в 4 раза дороже. Я купила за 149 рублей в магазине Fix Price. Были разные еще и другие варианты. Точно был щенячий патруль. Вот таким образом выглядит данный набор. Там очень-очень много, видимо, пазлов. Да, и действительно нужно подбирать пару. Они хорошего качества. Картон плотный. Не одноразовая будет игрушка, я очень-очень довольна. И вот эти пазлы, они имеют разные формы, где-то треугольная, где-то округлая форма. Ребенок должен сам правильно подобрать. И вот такая книжка идет в комплекте. Ну, книжка, что здесь, 8 страниц, наверное. Вот, тоже идут задания.
маленькая книжонка. И еще я Сонечке купила вот такое письмо Деду Морозу. Мечтай, играй, пиши письмо, все желания обязательно исполнятся. Стоимость данного письма 55 рублей. Было три дизайна с Дедом Морозом, со снеговиком. И здесь, по-моему, в комплекте, помимо, как же он открывается, сейчас аккуратно буду открывать. Ага, тянем за носик, и это письмо раскрывается. Вау, здесь даже, посмотрите, какой классный набор, 55 рублей стоит. Здесь вот, дорогой Дедушка Мороз, письмо ребенок должен писать. Даже раскраски, что ли, какие-то есть, наклейки есть. Посмотрите, действительно, очень яркие, красивые наклейки с новогодней тематикой. И также есть еще раскраска. Как же здорово, мне так нравится. Вот такая раскраска двухсторонняя, гармошкой. Набор за 55 рублей, ну великолепно просто. Ребенок раскрасить, можно сделать гирлянду и повесить на стене. Следующее тоже удивление было мое в лабиринте. Я нашла эту книгу, самую дешевую, по-моему, за 250 рублей, может даже дороже. А я купила за 149 рублей. Производитель издательства Эксмо. Я уже из этой линейки покупала книгу с лабиринтами прекраснейшего качества. Листочки здесь такие хорошие, матовые. На нем любые карандаши, ручки. Очень ярко, хорошо пишут. Огромное количество заданий за 149 рублей. Вот эта книжка с раскрасками. Я поняла, что моей дочке тоже это будет очень интересно. Несмотря на то, что ей уже 4 года, скоро 5 будет. Но вот эта книга будет очень-очень даже актуальна. Еще я не удержалась, купила вот такие новогодние носочки, сошульки. Я ей уже 3 пары таких носков, точно такого же качества, но немножко в другом оформлении покупала. Обалденные носки, очень теплые, очень комфортные, и они не скользкие ни на ламинате, ни на плитке, они не скользят. Состав 80% хлопка и полиэстер, дальше и эластан, они тянутся, они не махрятся, они очень, как я говорила, комфортные и не покрываются катышками, и такие же яркие остаются, не растягиваются. Короче, махровые носочки просто зачетные. В том числе, мне кажется, в новогодние подарочки, всякие различные боксы новогодние тоже вкладывать очень красиво, потому что оформление вот такое новогоднее. И еще я купила вот такой набор старшей дочки. Купила специально очень тоненькие носочки Zooway для сна. Вот, она у меня спит в носочках, очень любит. 99 рублей, хлопковые тоненькие носочки, 2 пары сразу. Это были все мои покупки из магазина FixPrice. Я надеюсь, вам понравился этот ролик и он был вам полезным. Обязательно участвуйте в конкурсе. И еще раз большое спасибо интернет-магазину «Любимый Василек» за то, что они поддержали мою идею и не отказали мне. Мне было очень-очень приятно. И, конечно же, удачи вам в конкурсе. И победителей я буду объявлять в следующем ролике «Покупки из магазина FixPrice». И вы точно не пропустите. Посмотрите следующий ролик и узнаете, не вы ли стали победителем. А победителей я, как всегда, буду выбирать в прямом эфире Instagram. Так что у меня всегда все честно, прозрачно. Вот, поэтому удачи и пока-пока. До новых встреч в моих новых роликах.